Ведущий праздничного мавлида Даниил Умаилов поздравил с прошедшим священным праздником Курбан-Байрам всех присутствующих и мусульман в целом. Также одним из моментов, которые нас ведут к довольству Всевышнего Аллаха, является проявление уважения и почтения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. В первую очередь, когда мы каждый раз слышим имя Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и дабы не быть скупым человеком, мы восхваляем, мы благословляем пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Праздничные мероприятия по традиции не обходятся без проведения различных конкурсов. На этот раз ведущим была разыграна викторина на исламскую тематику. Не обошлось и без поощрительных призов. Как зовут? Абдулла. Абдулла. При каком правителе мусульман ислам дошел до Дагестана? Правитель Умар Асхаба. Умар Асхаб. Кем он являлся? Каким халифом? Каким правителем был? Что ты знаешь о нем? Он был вторым праведным халифом. Праведным халифом Умар ибн Хаттаб, о котором снят такой прекрасный фильм, который наши дагестанцы покупают, любят, смотрят. Баракалла за ответ. Во время правления Умара Асхаба ислам дошел до Дагестана. Аллаху Акбар. В заключительной части мавлида прошел розыгрыш призов от компании «Рисалат», приуроченный к празднику Курбан-Байрам. Организаторы мероприятия провели жеребьевку между участниками благотворительного конкурса, где были разыграны путевка на малый хадж, телефон и лук с комплектом стрел. Махадж сегодня определит для нас, кто же станет счастливым обладателем телефона iPhone 5S. Давай-ка не смотрим туда. У всех забились сердца чуть. Так. Счастливой обладательницей телефона iPhone 5S стала Магомедова Аминат Юнусовна. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Организаторы благотворительной акции собрали победителей и финалистов жеребьевки, приуроченной ко дню Курбан-Байрам, в главном офисе компании «Рисалат». Основные призы победителям вручил лично организатор и по совместительству менеджер «Рисалат Холдинг» Шахбан Хаджи Шахбанов. За первое место была разыграна путевка на умра в Малый Хадж, которую выиграла жительница города Махачкалы Джаватханова Заира. За второе место Гаджи Угаджи был вручен лук и комплект стрел от компании «Рисалат». Камиль Девятов, Гилач Курбан Алиев, Багаудин Керимов, Новости 24, Махачкала.